Работа с углами нижней челюсти. Здесь мы тоже работаем несколькими методиками. Мы работаем либо непосредственно кладя препарат болюсно в область угла нижней челюсти на кость, либо мы работаем в технике векторного лифтинга для того, чтобы сформировать четкий овал лица. То есть смотрим индивидуально, в зависимости от того, что нам нужно получить. То есть если мы хотим с вами сформировать так называемые углы Джоли, то это у нас с вами, соответственно, конюли. Мы работаем в технике векторного лифтинга. Если у нас мужчина приходит и он хочет сформировать так называемые углы Брэда Питта, то мы здесь мы работаем болюсно, просто акцентируя данную зону.